учим, как играть в баскетбол, не говорим про размер мяча и размер кольца. Мы говорим о преодолении себя, стремлении и так далее, и так далее, и так далее. Это вот внутренняя тема. К сожалению, я сейчас наблюдаю такую тенденцию, о чем, какие поднимаются темы. Если раньше темы поднимались какие-то, в общем-то, гуманитарные, гуманистические, человеколюбивые, то сейчас на потребу, на угоду рейтингу и медалям, мы, скажем так, современным словом, пытаемся хайпануть. То есть бессодержательно хайпануть идут, к сожалению. И я вот хочу предостеречь, что, ребята, если у вас не будет сверхзадачи какой-то мысли, человеколюбивой, да, гуманистической, это будет просто пустышка, перечисление фактов.